Нет, не уходи. Мы почти на месте. Еще чуть-чуть. Еще чуть-чуть. Уже недалеко. Давай. Давай. Нет. Кормак. И что теперь? Пора с этим покончить. Только мы можем помешать Аренсу запустить Мантикору. Нас трое. Против армии. Самоубийство. Все верно. Но ведь он так бы и сделал. Ладно. Есть идеи? Одна. Такой план мог прийти в голову только Гидеону. Лобовая атака на крепость Айронса с двумя механическими костюмами, которые мы нашли на базе. Мы должны были прилететь на дронах. После этого нам оставалось рассчитывать только на себя. Страж 2-1, против. Мы не сможем поддержать вас наземными силами. Прием. Кингпин вас понял. Бросить в бой все, что есть. Простите, но дальше вам придется разбираться самим. Если не можете остановить процесс, убирайтесь оттуда. Вас понял. Посторонние в стартовой шахте. Всем отрядам немедленно собраться в сектор. Ракетный рой готов. Ракета готова. Главное орудие готово. Неавторизованный персонал в секторе 4. Повторяю. Неавторизованный персонал в секторе 4.
отрядам немедленно собраться. Неавторизованный персонал 734. Повторяю. Неавторизованный персонал 734.
Митчелл, держись. Ну все, мы остановили запуск. Я тебя вытащу. Не теряй сознание. Он еще живого. Подпускай на юге. Контакт на чат. Контакт. Западе. Запуск отменен. Как слышали меня? Кинпин, прием! Илона, слышишь меня? Черт, нас отрезали. Пошли, они ударят по зданию в любую минуту. Я опускаю тебя на землю. Пожалуйста, попробуй идти сам, Митчелл. Нужен свет. Привет, Митчелл. Не двигаться, мать твою! Хочу. Он хакает наш экзот! Я пустой! Ты слишком веришь в эти штуки. Город рушится, это конец! То, что я начал, не умрет со мной. Это больше меня. И точно больше тебя! Думаешь, я монстр? Это потому, что у тебя не хватает духу сделать то, что необходимо. Необходимо? Удар по Америке? Выпустить Мантикору, убить тысячи невинных людей? Я спасаю, когда у Атласа не останется врагов, войны прекратятся. Это неизбежные жертвы. Ага. Аргумент всех больных тварей в истории человечества. Не знаю, что мы сорвали запуск. Они разнесут тебя вместе со зданием. Я мог убить тебя в лагере. Могу убить сейчас, но не стану. Я не зверь! Митчелл, попробуй открыть свой экзо. Теперь мой. Времени нет. Если он уйдет, все было зазря. Давай! Пошел! Не дай Айронсу уйти! Скорей, Митчелл! Двигай, двигай! Yeah.
сейчас. Помоги мне. Я не сдамся, так что вытащи меня. Ведь есть два варианта. Либо ты меня вытащишь, либо здание рухнет, и мы вместе с ним. Митчелл, что ты говоришь? Что ты делаешь? Митчелл, это я дал тебе руку. Митчелл, я дал тебе второй шанс. Держу, друг. Держу тебя. Для него был только один путь. Мир с закрытыми глазами. Большинство предпочитает прожить так всю жизнь. Айронс открыл глаза. Он увидел, как несправедлив мир, и решил исправить его. Если он нашел ответ, то унес его в могилу.